Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозы. Мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Грэнни. Сегодня мы будем смотреть мод на Грэнни, который называется Вертолет Грэнни. Что ж, погнали играть. Будем смотреть, что же за вертолетик Грэнни появился. Потому что это первая часть. Во второй части, конечно же, он есть. На нем даже можно улететь. А вот в этой части Грэнни один вертолета не было. Мы посмотрим, где же он находится и можно ли на нем сбежать. Играем мы сегодня на изи. Посмотрим, что это за мод такой интересненький. Вот, будет очень интересно в него поиграть. Так, день первый. Пройдем мы также сегодня, попробуем пройти. Так, ну и погнали. Это у нас на старую версию мод. К сожалению, на новую версию я не нашел такого мода. Ну ничего. Ничего, и на старую версию тоже нам пригодится. Так, бабуля там пока что в подвале крутится, мутится. А мы вот уже идемте открывать машину, в которой будет ключ от арбалетика. Так, ну что, погнали. Погнали, погнали, погнали. Шумим. Не понял. Ого-го. Это ж куда он улетел? Да, ну дает. Улетел прям далеко-далеко. Погоди-ка. Не понял. Что-то я совсем не догнал прикола. Она там что, забаговала? Машина, кстати, стандартная, Пеннивайз. Ну, как бы окей, но я надеюсь, она меня сейчас не грохнет. Погоди. Ой! Ты чё, бабуль? Не понял. Чё-то я совсем прикола не догнала. Чё она такая тупая? Ну окей, погнали на задний дворик. Смотри, только сейчас вылезла. Это жесть. Да, 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 да. Вот такая вот бабуля бывает. В этом моде она немножечко глуповатая. Так, ну что, погнали. Погнали. У меня на канале уже было множество. Опа. Это что, есть тут вертолетик? Блин, это что такое, ребята? Это и есть тот вертолет, что ли? Не понял. Бабуль, привет. Hello. А тут у тебя вертолетик появился, тебя это не смущает? Притормози, бабуль. Ты смотри, что творит. На задний дворик к своему вертолетику пошла. Ну молодец. У нее тут картины клоуняк какие-то. Ну я не знаю почему. Смотри, что-то там уже вытворяет бабуля. Давайте ее вырубим как раз-таки на фоне вертолета. Это будет довольно-таки прикольно и интересно. Погнали. Погнали, погнали. Интересно будет посмотреть. Так. Ну она прям вообще капец как забагованная. Прям багований бабули я не видел. Ну, разве что Губка Боб, который я снимал недавно. Тоже был багованный мод. Там бабуля баговала по полной программе. Так. Я надеюсь, бабуля сейчас не на заднем дворе. Опа.
Ты посмотри! Еще и поймала меня к полному счастью. Я же выстрелил. О, слишком близко оказалось. Ну это капец полнейший, слушайте. Погнали сейчас быстричком на задний двор. Шумим еще за собой. Так. И где арбалетик? Арбалет есть. А дротик где? А дротика и нет вообще. Блин. Ты смотри, куда он укатился. Так, значит, шумим. И уже выстрелим нормально. Давай, бабуль. Идет, идет, ты посмотри. Я тут. Опа. Ты посмотри. Во-во-во-во-во. Вау, на 2 минуты вырубилась. Ты посмотри. Вот это так превьюшечка будет. Давайте ее прям пододвинем. Бабулин вертолетик. Только вот башку высунь свою, бабуль. Башку давай. Просовывай нормально. Утюк-тюк-тюк. Ну, короче, не будем дурачиться. Будем действовать. А где арбалетик, собственно говоря? Ага, арбалетик здесь. Дротик у нас куда-то пропал. Не знаю куда. Давайте как-нибудь. Ну, пусть уже валяется. Блин, ну это жесть. Это реально жесть, потому что. Опа, вертолетик у бабули еще. Так, аккуратненько. Обезвредили капканчик. И погнали быстрячком делать дела, которые мы еще не успели сделать. Так, погнали. Заряжаем арбалет. И сейчас будем скидывать отверточку. Так. Агась. Немножко у нас багануло. Хотел сказать, хоть бы без багов было, но, видимо, не обошлось. Да ну блин, ну какой-то тир прям. Бац. Сейчас бабуля проснется наверняка. Ну ё-моё, ну давай уже отверточка, поскорей. Поскорей давай, сваливайся, отвертка. Давай, давай. Да ты чё? Блин, ребят, это что, невозможно, что ли, сделать? Я не знаю. Давайте, стреляем. Ну, наконец-то. Идемте проверим, как там бабуля. Возможно, она уже возродилась, потому что 2 минуты давным-да... Бабуль. А ты чё тут ногой крутишь? Смотрите, как она своими ножками крутит. Она что, вырубилась уже навсегда? Поход дело, да, ребят. Походу так и есть. Ну ничего, это нам только на руку. Вот. Это мы отомстили за то, что она нас грохнула в начале. Вот так вот мы и отомстили. Так. Откручиваем. И берем сейф-кей. Или чуть... Да. Сейф-кей берем. Идем. Будем сейчас открывать. И здесь, наверное, ручка от колодца. А, нет. Ключ от домика. Так, мы уже нашли молоточек. Это хорошо. Не, бабуля реально не проснулась.
Ты смотри, крутит там ногой, как не знаю кто. Реал, смотрите. Вообще не проснулась. Давай ее хотя бы подкинем. К вертолетику чуть-чуть. Смотри, это жесть. Это просто жестяк. Так, давайте кухню для начала еще прочекаем. Может, на кухне что-то полезное да найдем. Арбузик. В арбузике хорошо. Что-то будет интересно. Мне кажется, здесь будет Padlock Key. Давайте попробуем. А нет, сразу Master Key нам выкатили. На блюдечке. Окей, бросаем Master Key здесь. Давайте... Ну, я пытался на полочку забросить. Давайте последний раз попытаемся. Ну, почти. Почти идемте за молоточком. За молоточком, который находится здесь. Хаммер. Картину я сегодня собирать не буду, а вот мишку, возможно, и вызову. Но мы это уже сделаем в конце ролика, потому что бабуля, как мы знаем, спавнится, когда Мишутку мы призываем. И уже в конце ролика мы Мишутку призвем. И я более чем уверен, что эта Мишутка призывает Слендерину Пеннивайза. И концовки наверняка сегодня не будет. Так. Ломаем камеру. Она нам не нужна. И погнали искать еще для прохождения вещичек. Так, мы еще здесь не проверяли, кстати, здесь могут быть какие-то предметы интересные. Здесь мы тоже, походу, не проверяли. Да, мы проверяли только ванную комнату. Там у нас был ключ от машины. Так, погнали дальше. А здесь у нас ручка для колодца. Погнали через этот путь, здесь будет ближе. И быстрее. Так. Не, ну бабуля там прям на заднем дворе уже все, тю-тю. Была бабуля и нет бабули. Так, все, бежим. Кусок, смотрите, какой огромный. Бабуля до сих пор не проснулась, что ли? До сих пор лежит. Ты посмотри на нее. Еще воду такую сделали, да, коричневую. Это прикольно сделано. Это прикольненько. Так, вау. Красота. А, все. Бабуля тут до сих пор лежит. Ничего себе. Это жестяк. Это просто жестяк. Так, ну чё, погнали, там нам еще остаются шестерен... Ой, кстати, молоточек. Молоточек нам же нужен, чтобы досочки отломать. Почему мы их не отломали, не знаю. Погнали. Сейчас будем ломать и крушить. Пока что она код не поставила, к счастью. Я не знаю, может, придет ей в голову как раз-таки поставить код сейчас. Так. Хопач. Шестерня. Так, нам бы ее дропнуть красивенько. И не провалиться. И молоточек то же самое. Ах ты, гад! Зачем я встал? Что за бред? Почему? Оф. Что же я так туплю? Бабуля ожила хоть? Идемте ее наведаем. Идемте. Ну-ка,
До сих пор лежит. Если я второй раз шмальну. Блин. До сих пор живая. Ну, зато мы катапультировались быстро. Хоть мы и хромаем, как не знаю кто. Но катапультировались мы быстренько. Так, код мне точно наверняка не дадут. Потому что я слишком долго вот прохожу. Уже два раза погибал. И код мне уж точно не дадут. Шестерня здесь. Здесь. Вот она моя хорошенькая. Так, погнали, погнали. Нам еще остается всего лишь что падлоки, который лежит в домике. В домике Слендерины. Погнали. Шестерня здесь. Бац. Так, и вот он, Padlock Key. Наш любименький Padlock Key. Ой, я страшно хромаю, жесть. Я не знаю, почему я такой сегодня неосторожный. Ну, так получилось, так получилось. Все, погнали вызывать Мишку. Точнее, Слендерину. Идемте за Мишкой, чтобы ее вызвать. Фух, и на этом будем заканчивать наш увлекательный ролик. Где мы посмотрели, смотри, можно даже присядочку. Да, Тедди Пеннивайз. Концовки наверняка сегодня не будет, к сожалению, потому что в этих модах концовок не дождешься, где вот этот вот медведь нехороший. Вот, блин, ну как я так провалился, я не знаю. Буду стараться больше не валиться. С первого раза есть. Слендерина уродина, уродина. Ну, на правду не обижаются, поэтому не знаю. Идемте проверять. Бабуля есть? Нет. Погнали проверять. Она, возможно, респавнилась. Ага, ну понятно. Бабулю мы окончательно уже вырубили, к сожалению. Ну ничего, проходим. Бац-бац-бац. Прошли мы игру. Концовки, к сожалению, не будет. Темный экран. На этом мы заканчиваем наш роличек про бабулю Грынюлю, где у нее появился вертолетик. Мод обыкновенный. На старую версию, в принципе, ничего интересного я в этом моде не увидел. Единственное, что интересно, я увидел то, что бабуля вырубается навсегда, и то, что на заднем дворе у нее появился вертолетик. На этом все. С вами был я, Дмитроза. Мы сегодня играли в игру под названием Грэнни Вертолет. Всем удачи, всем пока-пока.